воскресенье в Самарской области небо будет ясным, без осадков, чуть потеплеет. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов, ночью 10-12 выше 0. Ветер северного, северо-западного направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 19, ночью плюс 9 градусов, северный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 18, ночью 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре ясное небо без осадков, днем плюс 18 градусов, ночью плюс 9. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 45%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.